Здравствуйте, уважаемые работники и ветераны атомной отрасли! Вас приветствуют десятиклассницы Арина Потапова и Полина Халявина, представители Школьной Республики Самоуправления ДОМ средней школы номер 2, которая в этом году также отмечает свой 35-летний юбилей. Вдумайтесь, 35 лет – это солидный срок. За это время люди смогли найти воду на Марсе. Произошла четвертая технологическая революция. Распалась огромная страна СССР и образовалось новое государство. И все эти 35 лет работал первый энергоблок Смоленской атомной электростанции. Ради этого события не один год трудился многотысячный коллектив. 35 лет энергоблок вырабатывает энергию. И ровно 35 лет наша школа выпускает молодых людей, немало из которых, получив образование, работают на нашей станции. Уважаемые энергетики, вас по праву можно назвать волшебниками, ведь ваша работа особенная. Вы творите настоящее чудо. Даете людям свет и тепло, обеспечиваете комфорт и уют. Уважаемые энергетики, вас по праву можно назвать волшебниками, ведь ваша работа особенная. Вы творите настоящее чудо. Даете миру тепло и свет, обеспечиваете комфорт и уют, и в конечном итоге дарите жизнь. И сегодня ваш праздник. Праздник тружеников, которые не позволяют остановиться жизни в наших городах и селах, заводах и фабриках, школах и детских садах. Дорогие атомщики, уважаемые ветераны атомной энергетики, примите наши искренние поздравления с 35-летием пуска первого энергоблока. За вашу славную работу, почет и уважение. Пусть высоко ценится ваш труд и никогда не иссякнет энергия ваших душ и сердец. Желаем вам успешных трудовых будней, благополучия, крепкого здоровья и великолепных идей